Привет всем! Мы еще гуляем, не дошли до пляжа. Сразу же возле Алары стоит такой ресторанчик, да? Анталия Буюк Шихир Беледиеси Сосиал Тешси. Выговорила. Здесь когда-то был китайский ресторан, такие львы здесь были крутые. А сейчас мне сказали, что недорогой, то есть от государства, то есть они как-то там прогорели или что, и государство забрало вот этот ресторан, и говорили, что там недорого. Ой, какие крыши классные, да? Кактусы, смотрите, какая прелесть. Можно скушать. Почему эти цветочки не открываются? Может, им холодно? Может, они замерзли? Ну, не знаю, я уже сняла курточку, все, я уже замерзла. Замерзла, говорю, зажарилась. Вот можно идти по прямой, а можно завернуть здесь. Да, я сейчас вам покажу, зачем завернуть. Ну, конечно, цветочки посмотреть. Но здесь вот такая красивая природа. Да, где можно и пофотографироваться. И вот залезть на вот этот. Я хочу залезть вот туда. Видите, какой красивый обрыв. Прелесть. Я люблю сидеть вот там. Сейчас я туда полезу. Юлечка залезла, куда когда хотела. Ой, так классно здесь, вообще шикарно. Ну, не над самым обрывом, я не буду туда прям спускать ножки. Ну, очень круто. И такой ветерочек. Я сейчас здесь усну. Чувствую, до пляжа мы не дойдем. Просто прелесть. Сейчас пришел охранник, сказал, что здесь нельзя сидеть, поэтому я слажу. Ну, очень классно. Очень круто здесь. И ветер такой, и солнышко, и все супер. Можно ниже спуститься по ступенечкам. Зачем? Можно? Да, можно. Вот тут тоже. И вот еще такая площадка. Там слышу какое-то эхо, мне кажется, свадьба там. А вот можно спуститься так, а можно сюда. Видите, кто фотографируется, кто рыбу ловит. Ну, то есть, каждый по своему вкусу находит занятие. Ну, из-за того, что камни классные. Ну, вот кто тебе так, ой, кто тебе так за мусоре? А вот там уже забор, все, дальше нельзя. Тоже вид открывается классный. Да, видите, можно подняться, сфотографироваться. Сейчас я даже кофту буду снимать. Вот охрана пошла за мной, думаю, сейчас опять куда-то вылезется. Надо за ней смотреть. Ой, все, я уже кофту сейчас начну снимать, кроссовки и все снимаю. Смотрите, рыбу словил. Буне балы. Сохар деви балк. Сохар. Смотрите, махонький какой. Он движется. Бусинка такая маленькая. О, и ноги бедильные. Видите, как иглы. Ой-ой, ой-ой. Чё ползли? Йокта, я не ел. Он говорит, только сейчас пришел. Ты что-то для рыбалки поздно. У нас рыбаки в 6 уже были. Все на рыбалке. А это, наверное, не помню, тоже рыбный ресторан. А как название забыла. Вот этот ресторан, еще ордер есть. Много людей тоже было. Смотрите, сколько машин. Я не помню, или я вам говорила, заезд в этот парк платный. Да. Потому что если будет бесплатно, то тут, ого, сколько будет машин. Ну тут, видите, маленькая, как бы по территории. Там с той стороны очень много людей. Зайду. Я когда-то сюда заходила, мне так нравится. Ой, здесь кактусы, как в Мексике, смотрите. Прикольно, да, сделали? Очень круто. И так поставлены столики на разных уровнях. Прикольно. Кактусы, ну, как не настоящие. Ну, я думаю, что не настоящие. И вот там еще. Тоже классные кусты, да? Ну вот ресторанчик с той стороны. Ну, не так уже круто, да? Все-таки вот если здесь, мне кажется, здесь летом ставят столики на вот этой рутонде, веранде. Не знаю, что это. Да. Чтобы видно было море, море. А, здесь тоже можно проходить.
Ну, такой Кулу-парк, не маленький. Ну, это, в принципе, Ататурк-парк называется. Кулу называют, потому что сам Ататурк-парк очень большой. Вернее, он может не так большой, но он длинный. И чтобы обозначить, о, бигмен, то назвали Кулу. Лебединый. Мне кажется, у этих цветочков забастовка сегодня. Они не будут открываться. Я не знаю почему. Вот бигмен. Здесь пицца, но сразу спрашивайте, чтобы не острая. Не, если кто-то любит острую, то острую. Почему-то мне попадалось только острая. И чтобы не забыли, возле этого ресторана есть спуск вниз к морю самому. Тоже есть площадка для детей, но почему-то я не вижу там столько людей. Может, там перестраивать что-то. Вот сверху в кафе много людей. Но зависит все и от цен. Кулу парк. Ну вот осталось пару букв, те, что остались. Вот сам парк Кулу. Но, в принципе, на всю территорию говорят Кулу. Я начну сейчас до майки раздеваться. И кроссовки, и босиком пойду. Я думала купальник брать, а потом думаю, Юля, ну иди купальник. Ну иди, ну 8 декабря, ну ты обалдела, чешу. Нет, не обалдела, надо было брать спокойно. Вот мы прошли Биг Мэн, Кулу парк мы зашли, и вот ступенечки пошли вниз, вниз, вниз. И вот можно вот так прям сам вниз к морю спуститься. Я сегодня так не пойду, потому что назад высоко подниматься. Но загорать вы там не сможете. Можно просто ножки помочить. Я если найду фотки, я вам поставлю фотографию, как там, чтобы вы понимали, о чем. Вот меню на Новый год. Здесь большими буквами написано. 275 лис одного человека. Вот мне дали маленькое такое, чтобы я видела. И вот их рекламочка. Можно в любой день зайти, вот такое меню взять. Стандартное как бы меню, выбирайте просто, что вам нравится. И здесь у них даже есть голуби, представляете? Такие голуби, большие. А для деток в середине есть батут. Я так понимаю, это познавательный знак этого парка, Лебединый парк. Нет, там была еще речка, и там плавали, ну, не лебеди, качечки, но сейчас, походу, их нет. Посмотрим. Верхом, правда, пойдем. Вот такой мостик, и здесь речечка была, да. Такая красота была здесь, и плавали вот эти уточки, качечки. Честно, я иногда путаю, что на русском, что на украинском. И здесь водопадик и так шел. Очень круто. Поэтому, наверное, назвали Кулу парк. Ну, все, решили, что не надо Кулу парк. Решили, что и так круто. Зелень какая. Кстати, здесь всегда такая зелень, как будто ты в фотошопе делаешь. Всюду, ну, обычная, но здесь яркая-яркая. Как будто нарисовал. Вот мы дошли. Доехать могли быстро. Дошли тоже почти быстро. Вот смотрите, какая красота. Ой, я люблю, когда, знаете, в лес заходишь и просто ложиться на такой ковер. Я вот сейчас, знаете, вспомнила. Вы знаете, что я вспомнила? Мы в лес ездили обычно, когда цветочки, анемоны цвели. И у нас были места, где целые поля вот этих цветов. И мы ложились. Ну, не на цветы, мы ложились на зелень. Но на цветы мы смотрели. Ой, так круто! Если ты заехал в лес и ты не лег, это вообще, да зачем тогда ехать? Да, я знаю, привыкли люди сейчас именно на пикник поехать. Нет, у нас не было пикника. Мы могли просто заехать и погулять по лесу. Так круто было. А сейчас я иду гулять по пляжу. Мне даже дойду сегодня до того пляжа. Так классно наблюдать за этими флагами. Они такие прям мощные, мощные. Ветер вроде не сильно большой, но так развивает красиво. Да, дошли, дошли. Наконец-то мы дошли. Я сейчас куплю водички, потому что, конечно, я свою выпила. И пойдем дальше. Наконец-то мы дошли до пляжа. Ну, вернее, еще надо спуститься. Я сейчас купила водичку и попросила еще льда. И они мне еще положили льда, мою вот эту бутылочку. Так что я заправилась. Можно идти на пляж. Классно, здесь скамеечки сделали. Могут люди сесть себе, на солнышке посидеть. А вот да, вот такие у нас начали ездить. Электрические, я думаю, это. А я иду вниз, 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 вниз. Такая эгоистка сказала, я иду. Мы идем с вами вниз. На пляж. Я как ребенок, честно. Ну вот чего? То ж вроде бы. Не, ну я давно не была, 2 недели не была на море.
Да. Как ребенок. Я уже все. Не, ну уж. Как бы сказать, вот когда ты заходишь в тенек, в кофте нормально, не жарко. Но вот если на солнышке, все. Можно спокойно еще загорать 8 декабря. Абсолютно спокойно. Плавать вряд ли, но загорать можно. Самое смешное, что я режу видео таким образом. Туловище у меня в комнате, а ножки на балконе. Потому что если и то, я умудряюсь зажариваться. В комнате холодно, я в халате. Но когда я на балконе, я могу раздеваться. Я думаю, как это мне загородить так балкон, чтобы никто не видел меня. Если вы догадались, мы на вираже. С одной стороны, это круто спускаться, потому что ты видишь море. На лифте тоже неплохо, но отсюда на лифте, ну, нету смысла. Или вот так. Вы посмотрите, как мы греемся. Ты что такое? Ты что такая зла? Я увидела сейчас, мужчина остановился. Так быстро ехал на самокате и так как-то подпрыгивал еще. Какие-то самокаты модные. Девочки, в теплой верхней одежде. Я в шоке. Я сняла вот курточку. Я иду в кофте. И я сейчас буду просто вариться. Вот. Привет, мои дорогие любимые. Так, я на пляже. Дошла наконец-то. Да, не так много людей. Вот есть даже кто загорает. Я сейчас как уляжусь, я чувствую, я даже засну. Вот я так себе что-то думаю. Поем наконец-то второй Смит, съем, выпью водичку и усну. Я решила сесть прямо возле водички. Да. Такое море. Обалдеть. Просто прелесть. Да, смотрите, плавают люди. Вот плавают, кто-то загорает. Вообще шикарно. И девочки плавают. Ой, ну может я помочу ножки, посмотрим. Не знаю. И здесь плавают. Молодцы. И вот, нет, это буёк. Представляете, я же не видела. Я же вам показывала, не видела. И здесь тоже плавают. А ты мерзлячка, Юля. Не могу. Думала, поем, а потом пойду в море. Не могу. Хочу сейчас. Водичка так манит. Ребята, как вы плаваете! Мамочка, мои лосины! Я уже зарылась в камни. Лосины подхватала, потому что... Пойду мокрый. Мамочка! Ой, как хорошо! Какая прелесть! Ой, сейчас будет массажик ножек. Я чувствую, Смит, я уже не буду кушать, я тупо засну. Обалдеть, как круто. Вот так я делаю массажик, вот так. Вот туда-сюда, вот так. Вот этот массажик. А знаете, как круто? Обалдеть. Смотрите, какой я нашла камушек. Как... мяч в американском футболе, да? Или как это называется? Ну, наверное, так. И вот большие еще камни я понаходила, с моря вытащила. Не знаю зачем. Понятия не имею. Вот так. Они в море такие красивые, когда высыхают. Ну, так. Нормально. Да. Не знаю. Я, кстати, нагрела ножки. Вообще не холодно было. Вообще не холодно. Да, может, на следующий раз и поплаваю. Я поспала полчасика, так хорошо. Не знаю, мне такое чувство, что я только легла. Так быстро. Красотища. Ой, смела, называется. Сейчас полчетвертого. Уже, конечно, никто не загорает и, в принципе, не плавает. Вот парусник на горизонте. Да, но все равно посидеть. Нет, вот плавает, ребята. Посидеть супер. Сейчас, кстати, мне кажется, еще больше будут собираться людей. Сегодня воскресенье, точно, воскресенье. Весь пляж занят. А куда идти? Честно, ну это намного лучше, чем какое-то кафе или кинотеатры. Да что-нибудь. Ну, разве что в горы.
поехать еще тоже будет круто. А так, пока есть погодка, все вышли, все тоже, видно, посмотрели, что скоро будут дожди, решили, нет, мы посидим на море, потому что это супер. Ладно, надо топать. Я вышла на пару минут раньше и решила, что есть время показать. Нам еще детская площадка здесь есть. Вот поставили стульчики, себе пикник делают. Ребята, кто на траве, кто на стуле. Столько людей. Ой, сейчас, мне кажется, здесь еще больше будет. А может и нет. Смотрите, это дерево как голое. Не знаю, как называется. Листья как у вербы. Верба. Это на украинском. Ива. Все. Извиня, такой знаток биологии. Скажите, что это за дерево. Ой, это как раз. Ой, собачка, что-то с ножкой случилось. Все, пошла нормально. Где-то уколола, видно. Да, вот такие стульчики, кстати, у нас очень хорошо, я вижу, продаются, потому что удобно сложил. Опа, и все. Никакое кафе. Зачем кафе? Ой, там столько людей. Раньше почему не пошла снимать? Сейчас скажу. Вот видите, пикник, я пылмаз. Вы не можете здесь костры разводить. Но бутерброды, конечно, все приносят. Стояночка. А вот там что-то происходит. Кто-то танцует, походу. Посмотрим. Еще одна детская площадка. Классно здесь сделали этот парк. Я вам говорила, 2 года назад, да? На 8 лет его взял в аренду один очень хороший мужчина, Юлечка, просто ну, тяжелый, я забыла, как его зовут. Вот, и вот так красиво сделали все. Может, Кунял Тыбелид, если это сделала, я не знаю. Но в любом случае, молодцы, облагородили территорию. Супер.
даже пробка создалась в парке. В парке. Ого. Ой, мамочка. Юля, ты точно хочешь на лифт? Это ну, минут 20 ты будешь стоять. Идем пешком. А то я не хочу так застрять, как машина. Ну, оно быстрее. Вот за 4 захода только поднимется лифт. Так что я пошла пешком, только набираю скорость. Всюду люди гуляют. Так хорошо. Смотрите, лунопарк работает. Маленький здесь лунопарк. Но я никак не могу дойти до большого. Я дойду, знаете, когда? Когда там будут праздновать Рождество. Мэтчик парк. Представляете, я вообще никогда не знала, что вот это так называется. Какое-то кафе. Потому что здесь, знаете, как-то проходишь. Вот напротив Аскери Газино. Я всегда думаю, Аскери это понятно, солдаты. Газино, я казино, я так и не знаю. Ну, казарма, наверное. Да. Это мы сейчас идем от Гюлюка до... Короче, Джумхурия до Майдана мы идем. Вот так. Есть разница, что мы утром с вами шли, и вот теперь мы назад возвращаемся. Столько людей. Без 25. Ну, то есть я даже нормально успеваю. Дохожу. Дохожу. На ролечках. На велосипеде. Хорошо, что ребята вот так, знаете, не сидят возле компьютера. Катаются, пусть катаются. Энергию выбрасывают. Книжки тоже неплохо бы читать. Ой-ой-ой, мамочка. Не, ну ты посмотри на него. Ты ж можешь позбивать так все. Это все. Сумасшедший. Мамочка! Бенди же я падаю. А у вас это на корку тонну. Слушай, после меня так проехал, говорит, я перепугался. Я говорю, а ты меня напугал. Решил, мне жарко стало. Ну что, я пугливая, я ж девочка. Конечно. Не, я понимаю, что он профессионал. Я понимаю. Бомбала, я лавочек, бомбала. Не бомба. Украина. Украина? Эвес. Как тебя зовут? Юля. Юля? Да. Меня зовут Фрат. Фрат. Как вы? Дети, да? Вот, научились на русском уже кадрить девочек. Вот смотрите на них. Учатся, учатся. Сейчас зашла, мужчина ну, звал в ресторан, и он же не знал больше, как, вот, походу одно слово выучил, пошли. И показывает мне руками и говорит, пошли. А я начинаю смеяться, он тоже ржет. Я говорю, артисты. Ну, этот хоть выучил, какие красивые глаза, понимаете? Ну, молодежь, они же все равно. Вот клоун у нас. Прогрессивный. Все, вылезли на памятник. Это когда здесь концерты проходят. Вот все там сидят. Вот для чего строят памятники. А вы думали, для чего? Для того, чтобы дети залазили, как на горку. О, этот на скейте. Все гуляют, так хорошо. А вот хавус бакимбе онарын чалыш малары. Да, это ремонт делают. Юля, конечно, ремонт делают. Ее уже вытащили наверх, все. Ты только сейчас понял, что ремонт делают. Я что-то подумала, что так надо. Знаете, воды нет. Ой, а вот смотрите, 11 декабря, что будет крал Спендос салоны. Комедия на две части. На турецком. Кто хочет пойти? О, еще один Смит. Тут даже больше осталось. Но я уже пойду к тому мальчику, что я утром брала. Да, я сегодня только два Смита съела и антидор. Все. Когда на ярмарке ходила, то пацаны такие, берите, берите кексы, по 1 лире уже все, типа, закрываемся. Я говорю, ребята, ну там явно не постное, ну никак не получится. Кстати, вот эта ярмарка, это был кермес, благотворительная акция для детей и женщин, которые болеют раком, ну и другими болезнями такими тяжелыми. Все люди, которые принимали в ней участие, они
вот эти деньги, которые они сегодня заработали, они все отдают на благотворительность. Такие талончики, то есть люди не дают деньги продавцам, а дают деньги в такую... Ну, как талончики, да, им выдают. И все вот отдается благотворительность. Очень хорошо, вообще молодцы. Так что я сейчас иду покупать Смит, чтобы не свалиться. Это на дудочке мужчины играют, видите. Могла, конечно, зайти в гастроном, но я что-то пролетела его, я даже не подумала вообще. Вот сейчас только мне очень сильно, не то, что сильно кушать захотелось, нет, у меня начинает кружиться голова, и я понимаю, что я не поела. Вот поэтому. Так бы я даже и не поняла. Нету такого сильного чувства голода. Просто голова кружится, Юля. Да, просто погода, погода еще шикарная, и ты, ну, нету такого, сильно хочется кушать или что-то еще. Просто обалдеешь. Коты. Смотрите, домики убрали, а коты все равно ходят. А, есть, кушать им все равно приносят сюда, и водичку. Они сейчас просто так дрались, малые. А, это маленький котик. Бусинки. Жалко, что домики убрали, вот честно. Ну, смотрите, вроде не лето, но детям, походу, все равно. Артистки малые. Счастье! Счастье, счастье! Попала! Это все. И все равно, знаете, не так холодно, чтобы замерзли, сейчас высохнет быстро. Людей, море, море. Что вы думаете, нету Смита, съели все. Он говорит, есть вот это. Я говорю, не, нельзя. А он говорит, и второй говорит, да, и нельзя есть пост. Он такой, извините. Я говорю, да не извиняйтесь, то что ж такого? Сад, кулисы, башни часами. Любимое место дедушек и бабушек. Да, все усаживаются. Машинку уже одели от дождя, молодцы какие. Ну да, потому что она же испортится может. Вот так будет капать на нее. Да, видите, вышли утром, возвращаемся вечером. Уже, представляете, еще работают в середине. Да, я слышу, стучат. То есть у них, походу, пятницу выходной, а в воскресенье они работают. Смотрите, какая красивая Марканталия. Да, это у нас уже новогодняя елка вот такая. Это подарочная машина, я говорила, розыгрыш. И вот еще здесь оформили. Представляете? А вот еще там снежинки. Да, так что пошла подготовка к Новому году. В середину сегодня уже не зайду, потому что я просто свалюсь. Со службы иду. Без 27. Сейчас Юлечка будет кушать. Наконец-то.